Тебя, Господь. Славим Тебя, Господь. Ибо Ты благ. Ибо Ты благ. Ты Бог богов. Ты Царь царей. Ты всемогущий. Славим Тебя, Господь. Славим Тебя, Господь. Ты Бог богов. Ты Царь царей. Жду тебя, Господь.
жажду Тебя, Господь. Да, я хочу видеть Твою славу. И Ты наш Царь. Ты мой Царь. Ты мой Царь. Ты победил смерть. Ты воскресший. Ты великий, Ты чудный, Ты Царь. Тебе. Давай закричим, высвободим трубный зов победы. Внутри каждого из нас он есть. Давай сейчас закричим, провозглашая его победу.
пустить его вперед, нашего небесного Отца, по-настоящему довериться ему и его любви, не держась за ложные камни. О, драгоценный, драгоценный, драгоценный. Мы так жаждем Духа Кодыш войти в глубины отцовского сердца, зайти так глубоко, чтобы потеряться в Тебе, Отец, чтобы потеряться в Твоей любви, а потом найтись в Твоей любви. Хочется каждый день еще глубже, еще больше узнать Тебя, познать Тебя, углубиться в Тебя, войти в глубины Твоего сердца. Так хочется разорвать!
любой плен и ворваться в твою реальность, войти в твои глубины. О, дорогой Руах, помоги нам отказаться от своей маленькой, человеческой, такой малюсенькой реальности и войти в реальность нашего небесного Отца. Совершил. Ты мой царь, ты смерть победил, и ты нам, ты мне, скажи, жизнь подарил. Будем хлопать, даже когда мы хлопаем, семья Божья, мы высвобождаем Божью победу, мы высвобождаем Божий прорыв. И когда мы топаем нашими ногами, на самом деле происходят невероятные вещи.
просто сбрасывай с себя все то, что так мешает тебе. Просто сбрасывай это с себя. Oh.
Бога одного. Нет, нет никого, кроме Бога одного. Будем поклоняться Ему, будем поклоняться, будем выражать.
будем признаваться Ему в любви, будем говорить Ему, что только к Нему единому молчит душа наша. Thank you.
Ждешь меня, Иешуа, ты ждешь, ты ждешь меня, Иешуа, ты ждешь меня. Шалом! Приветствую вас в этот прекрасный праздник Хануки. В это время, когда над тьмой проливается Божий свет. Это время, когда происходит обновление и освящение. Это время, когда приходит усиление силы Божьей. Дорогие мои братья и сестры, где бы вы сегодня ни находились, я хочу поздравить с этим прекрасным обновлением каждого из вас. И пускай сегодня Руах HaKadosh, Святой Дух, Он обновляет вашу страсть по Богу. Он обновляет вас в силе и славе Божией. Пускай ваше сердце и ваша вера, она возрастает в эти праздничные дни. Пускай раскрывается божественная победа. И пускай всякие замыслы тьмы, которые были организованы против Божьего народа, они просто падут и будут побеждены. Я просто благословляю вас в том, чтобы вы могли на самом деле раскрыть эту божественную победу в своих сердцах, в своих семьях, в своих домах, в своих общинах, церквях, в своих городах и в своих странах. Поэтому для нас это праздник не просто повторение чего-то. Это для нас праздник реальности. И знаете, моя молитва сегодня за каждого, чтобы это была реальность той же победы, как это было много лет назад. Пускай в вашем сердце поднимется это необыкновенное состояние веры, дерзновения. И достаньте свои Божьи мечи и побеждайте в этом миру Божьей силой. Благословляю вас. Желаю, чтобы в последующие несколько еще дней вот раскрылась полнота Божьей победы для вас, и вы вошли с новой силой, с новым дерзновением в новое начало в этом году. Благословения вам, мира, радости, любви Божьей и, конечно, близости с нашим Иешуа. Пускай она усилится, эта близость. И пускай служение самого Духа Святого, оно укрепит ваши сердца и поднимет вашу веру до необыкновенных высот, как никогда раньше. Благословений.